привозят, но оплачивают разные спонсоры. Вот он один из тех, кто его организация оплатила 6 самолетов с Украины в Израиль. Слава Богу. Во имя Иешуа мы любим вас. Корейская церковь очень любит вас. 이스라엘의 아픔을 저희들의 아픔으로 느끼고 있습니다. 우리나라도 전쟁이 있었습니다. 많은 사람이 피난을 갔죠. И многие люди даже тоже страдали. 누군가는 사랑의 손길을 내밀어 주었습니다. А кто-то с любовью руки поднял нас. 네, 저희들이 조그마한 손불이지만 그 빛을 감는다는 마음을 가지고 있습니다. И мы теперь хотим сдавать наши руки вас. 이사야서 61장에 보면 이사야 61. 시온에서 슬퍼하는 자를 위로하라 이런 말씀이 있습니다. Написано, что я буду читать 3 стих. Возвестить сетущим на Сионе. Это что мы сделаем сейчас? 네, 지금 이 시간에는 여러분들이 가장 슬퍼하는 자들입니다. Сейчас вы очень люди, которые сложность. 여러분들은 여러분의 모든 인생을 가방 안에 담아서 이곳에 왔습니다. Вы всю жизнь жили в Украине, но приехали с только один сумку. 그러나 여러분들은 특별한 하나님의 계획이 있다는 것을 조금 지나면 알게 될 것입니다. Но вы каждого надо знать, что есть Божий классный план. 그 선하신 하나님의 그 계획을 여러분들이 이제 꼭 경험하시기를 바라겠습니다. Я надеюсь, что вы будете чувствовать и Божий любовь и Божий план. 저는 여러분 말고도 예루살렘에서 우크라이나에서 알리한 분들을 인터뷰했습니다. И не только вы, но когда я были в Израиле, я встретил очень много украинцев, которые сделали алия. 하나님께서 온 열방에 있는 유대인 내 백성들을 모으시겠다고 하는 그 계획이 이루어지고 있구나라고 하는 그런 깨달음을 그분이 가졌다고 저에게 말했습니다. И когда мы сделали интервью, он ответил, что он чувствует, что Бог сейчас. 2년 전에 이스라엘에 왔을 때 자기가 생각하기를 이스라엘보다 우크라이나가 가장 안전한 나라다 이렇게 생각했답니다. И он ответил, что когда он был в Израиле 2 года назад, он думал, что Украина была страна лучше, чем Израиль. Поэтому он не хотел сделать алия. 가방 하나 들고 피난 오면서 하나님의 말씀이 맞았구나 하는 그 생각을 했다고 합니다. Но он думал, когда он вышел из Украины из-за войны и приехал в Израиль, он думал, что я должен был слышать Божий голос. 네, 하나님께서는 여러분들을 향한 깊은 계획을 가지고 계십니다. Потому что каждого у вас есть Божий план. 하나님의 특별한 계획 말입니다. Классный Божий план. 지금은 볼 수 없겠지만 곧 알게 될 것입니다. Сейчас вы даже не видите, не чувствуете, но вы скоро будете видеть. 우리는 크리스천입니다. Мы христиане. 네, 한국의 크리스천들은 이스라엘 지지하고 축복하고 사랑합니다. Очень много корейцев, христианин в Корее. Мы так любим и хотим помогать вас. 우리는 여러 가지로 유대인들에게 빚을 졌습니다. Потому что мы и так получили из вас. 그 빚을 갚아야 할 의무가 저에게 있기 때문에. И поэтому мы обратно хочу сдавать эту любовь. 네, 모든 것을 다해서 여러분들을 후원하려고 마음을 먹고 있습니다. Поэтому всю жизнь я отдал за Израиль. 또 한 가지는 여러분들에게 사과해야 된다고 생각합니다. И еще один я хочу сказать. 크리스천들이 유대인들에게 저지른 그 나쁜 만행을 진심으로 사과하고 싶었습니다. Я хочу извиняться к вам, потому что очень в истории мы христиане сделали очень трудность вас. Потому что мы не знали Божий план. Потому что мы не знали. 이스라엘은 하나님의 눈동자입니다. Потому что теперь мы знаем, что я знаю, что Израиль это Божий глаза. 저는 아프리카를 다니면서 어려운 사람을 돕는 그런 일을 20년 동안 했습니다. Я раньше служил в Африке 20 лет. 그곳에서 하나님의 눈물이 떨어지고 있었습니다.
Я видел Божий, как когда Бог плачет за Африку. 하나님 매우 슬퍼하셨습니다. 이 ему так было трудно тоже. 그들은 가난했고 먹지 못했고 입을 게 없었습니다. Потому что очень многие Африки не даже смогли кушать, не смогли, нет были одежды, чтобы одеться. 그곳에서 하나님의 눈물이 떨어지고 있었습니다. И он видел, как Бог плачет. 근데 제가 이 땅에 이스라엘 왔을 때는 하나님의 피눈물을 보았습니다. Но когда я приехал в Израиль, я видел, как Бог плачет с кровью. 왜냐하면 하나님의 눈동자를 건드린 것입니다. Потому что кто-то трогал Божье око. 여러분들은 하나님의 눈동자들입니다. Вы око Божие. 하나님은 여러분을 향해 피눈물을 흘리고 계시다. Сейчас Бог плачет за вас с кровью. 하나님은 누구보다도 여러분들을 사랑하십니다. Бог любит вас очень. 우크라이나를 사랑하십니다. И любит Украину очень. 그 하나님의 마음을 여러분들이 알았으면 좋겠습니다. Я надеюсь, чтобы вы получили такое чувство. 지금은 이해할 수 없지만 как Бог любит вас. Даже вы сейчас не чувствуете. 그 하나님의 사랑의 계획을 여러분이 기대하십시오. Я хочу, чтобы вы надели тоже Божий план. 어렵고 힘들지만 서로를 위로하면서 잘 이겨내시길 바랍니다. Сейчас у вас такой ситуации труд. 여러분을 진심으로 사랑합니다. Мы любим вас. 축복합니다. И благодарим. Слава Богу. Слава Богу. 감사합니다. 지금 이 하는 일에 매니저로 이렇게 일하시는데 이 돕는 이런 단체 소개 좀 해주실까요? 아, я слышал, что вы менеджер этой организации. Меня зовут Людмила, и я являюсь менеджером, администратором организации общины Бет-Элель. Мы являемся общиной. Мы собираемся верующие выступать. 저희는 공동체이기도 하고 교회이기도 하고. 믿는 예수님을 믿는 사람들이 모여서 이 나 наша община также помогать нуждающимся. Мы помогаем новым людям, которые только приехали в Израиль. Израиль очень дорогая страна. Израиль 엄청 물가도 비싸고. Особенно для людей, которые приехали из России, Украины, Молдавии, Беларуси. 그리고 특히 이스라엘 처음 오는 사람들 중에 러시아에서 오는 사람들, 우크라이나, 벨라루시아 이런 곳에서 오시는 분들은 더욱 더 힘들어합니다. И купить вещи первой необходимости для новых репатриантов – это очень дорого. Государство платит деньги, но эти деньги уходят в основном на аренду жилья. 그래서 정부에서도 돈을 많이 조금씩은 주지만 그걸로 살아가기는 너무 어렵습니다. Поэтому есть очень большая нужда в том, чтобы купить им самое необходимое, самое первое. Просто на том, чтобы спать, чем укрыться, с чего кушать. Я сама так приехала 13 лет назад. Так, к сожалению, не было такой организации, которая могла бы помогать. И я об этом долго мечтала. Это было мое видение, желание помогать новым репатриантам. Спасибо Богу, благодаря таким спонсорам, как вы, мы теперь это можем делать. 그래서 목사님과 한국 교회들의 스폰서 덕분에 제가 이제 이 단체를 운영하며 이 사역들을 시작할 수 있게 되었습니다. 미나 에틱 вещей. Мы также кормим каждый месяц, мы даем им пакет с едой. И они в течение первых 2-3 лет от нас поймут. Каждый месяц получают продукты питания. 저희가 또 이번만이 아니라 또 다음번에 와서도 섬길 수 있는 기회가 있으면 좋겠고요. 또 이 방송을 보는 많은 한국인들이 지금 우크라이나 러시아에서 오신 이 모든 분들을 중보할 것이고 또 최선을 다해 도울 것입니다. Спасибо вам большое. Очень благодарна. Бог вас благословит. 하나님께서 вы делаете очень большое дело. 엄청 큰 사업을 하고 있습니다. Thank you so much. God bless you. God bless you. 약간이 7월 말이죠? 네, 3월 7일 날. 아, 그런데 어디서 오신 거예요? 아직보다 보이고요. Из Москвы. 모스크바에서. 그러면 우크라이나가 전쟁인데 왜 모스크바에서 오셨어요? 아, это же война между Россией и Украиной. Мы были против этой войны. Мы понимали, что и наше экономическое положение ухудшится, и политическое тоже. Значит, в России уже нет свободы слова, нет... Ну, поэтому мы и приехали. 그러면 유대인이십니까? Тогда вы еврей? Да. 아, 그러셨군요. 여기에 지금 아는 사람이 있으신가요? У вас есть знакомые здесь?
Да, у меня раньше приехал брат 20 лет назад, поэтому мы... Мы будем молиться за вас, чтобы вы будете хорошей жизнью здесь. Ну, спасибо вам большое, спасибо за подарки, которые вы нам предоставили. Они действительно нам очень нужны, потому что мы приехали вот действительно с двумя чемоданами и больше ничего. Спасибо большое, спасибо. А, 언제 오셨나요? Когда вы приехали? Мы приехали 8 марта. 3월 8일 날. 아, 그러셨구나. 러시아에서 오셨어요? Вы приехали из России. Мы приехали из России, да. 아, 제가 생각에는 우크라이나 사람이 많이 올 때 러시아에서도 오셨군요. Мы думали, что все будут люди, которые приехали из Украины. Но нет, как вы? Мы тоже приехали из-за войны. Да. То есть из-за того, что все это началось, и в России, соответственно, как бы очень много репрессий сейчас. То есть любая негативная точка зрения, любая обратная точка зрения, люди, которые говорят, что война это плохо, сейчас это предатели, и если ты идешь на митинг, второй раз идешь на митинг, то... Да, сейчас в России много уязвимостей. 전쟁이 나쁘다고만 말해도 15년형 받고 감옥에 가기도 하고 지금 상황이 너무 안 좋습니다. За это уголовное преследование 15 лет тюрьмы грозит. Вот и более того, что как бы соответственно мой брат лишился работы. Он в Украине. Он в России. В России. Вот, и мы не знали, что будет, и теоретически боялись даже всеобщей мобилизации, и поэтому решили всей семьей уехать из России. Да, и жена моего брата кореянка. И они здесь. Российская, и моя племянница, мы сейчас взяли подарки для нее. Она наполовину российская кореянка и наполовину вот российская еврейка. Спасибо вам большое. Это. Да, спасибо большое. Мы ехали только с одним рюкзаком, потому что боялись, что нас не выпустят. И действительно приехали без всего сюда. Спасибо, да, спасибо еще раз. Вы сам еврей? Я наполовину еврейка, наполовину русская, у меня папа еврей. И наполовину еврейка. Пан юдейн, пан рошаининде. Моя племянница, да, она на четверть, наполовину еврейка, на четверть получается. Ее папа наполовину еврей, наполовину русский, а мама кореянка. Мы будем молиться за вашу жизнь, новую жизнь в Израиле, и чтобы быть счастливой. Спасибо, да, мы будем молиться за вас. За вашу тоже мирную, счастливую жизнь. 네, 지금 우크라이나에서 오셨죠? We приехали из Украины. 네, я приехала из Киева. 언제 오셨어요? Когда вы приехали? 8 марта. 3월 8일 날. 아, 3월 8일이면 저하고 똑같이 여기 땅에 왔네요. 네, 우크라이나에서 3월 8일에 이렇게 이곳에 왔는데 누구랑 같이 오셨어요? С кем вы приехали? Я приехала с двумя детьми. С двумя сыновьями. 아들 두 명이랑. 아, 무슨? Остался в Украине. Украина намась. К конинеру идти. Он служит в армии. Да, конинерус. Нампенел я кидо мани ягетсе. Мы будем молиться за ваш муж. Спасибо. Анденасито. Чтобы он Бог сохранил. А и дул терего месо, оттон сенгак хасетсео? Что вы думали, чувствовали, когда вы приехали с этим? Когда мы приехали сюда, было страшно, но самое главное было понимание, что дети в безопасности. Что, сынок? Подожди меня там, пожалуйста. Хорошо, я сейчас приду. Пожалуйста. 그러면 지금 유대인이시죠? А вы сам еврейка? Я жила здесь, когда была маленькая. У меня папа еврей. 아빠가 유대인이셔서 이스라 어렸을 때 이스라엘에 잠시 살았었어요. 아, 그랬어요. 그랬구나. 그러면 이스라엘의 히브리어는 잘 못하셨죠? 나 이브리치 이슈니 가버리. 아니요, 나도 발크산. 아, я знаю чуть-чуть. 정말 그 아이 둘 데리고 가방 들고 올 때 너무 슬펐어요. 진짜
жалко, когда мы приехали с детей. Так это сложно, но мы рады, что мы оказались здесь, потому что это, наверное, единственная страна, куда я бы поехала с уверенностью в том, что мы будем в безопасном месте и все будет хорошо. 그리고 이제 유대인들의 고향이고 유대인들의 집이에요. 이스라엘. 이스라엘 это народ, который вся еврей должен собраться и обратно возвращаться. Да, земля обетованная. Сейчас придёт. Украинаэсо, Киеве에서 크리스찬들을 본 적 있으세요? Вы никогда когда-нибудь встречались с христианами в Киеве? Да, конечно. У меня православная семья, мы ходим в церковь. Чтим все традиции, религиозные праздники. 저희 교회에서는 정교회를 다녔어요. 정교회를 다니셨어요? 이제 우리 크리스천은 그래서 아이들도 다 세례 받았어요. 그렇구나. 그러면 이제 정교회를 다니면 예수화를 믿거든요. Вы же тогда верите в Иешуа? Конечно. Слава Богу. Слава Богу. 네, 제가 축복 좀 해드리겠습니다. Я хочу благодарить вас. Я хочу благодарить вас за помощь. И я хочу, он хочет. 이렇게 축복 기도 해드리고 싶다고. 하나님 이 딸을 축복하소서. 이미 예수와 мы молимся. 우크라이나에 있는 남편이 안전하게 하시고. Чтобы ее муж тоже был сохранен. 두 아이가 여기서 주님의 용사로 살아게 하소서. И чтобы ее детей тоже стал. Был воин. 여자는 약하지만 엄마는 강합니다. Иногда не так сильный, но мама всегда сильный. 우리 주님께서 두 아이가 엄마를 축복하시고. Поэтому благословлю вашей дочка. 남편이 돌아와서 온 가족이 하나 되게 하소서. Чтобы она была единственной, когда его муж вернется. 남은 삶을 하나님께서 지켜주시고 채워주소서. Чтобы пополнил ее жизнь, новый Израиль. Иешуа иремур кидо амнай. Во имя Иешуа мы молимся. Амен. 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 I love you, I love you. God bless you. God bless you. Thank you so much. 아, 이거 알리아 하셨나요? 이곳에 오신 건가요? We still Алия. 언제 하셨죠? Когда вы сделали? Мы приехали месяц назад. 한 달 전에 왔어요. 어디서 오셨어요? Откуда вы приехали? С Киева. Киев에서. Киев. 키프와 그리고 우크라이나는 너무나 아름다운 나라로 우리는 알고 있어요. Мы раньше думали, что Киев и Россия они такой красивый страна. 조용하고 평화로운 나라로. Которые очень счастливы. Мы жили счастливо. 네. 생각지도 못한 일이 있었죠. Но были война, которую никто не представил. 여기 피난 오면서 어떤 생각하셨어요? Что вы чувствовали, как вы думали, когда вы приехали в Израиль? Я спасала своих детей. У меня четверо детей, и мне важно было спасти их жизни, чтобы они в этом ужасе не находились. И большая боль покидать свою родину. 그리고 저희 나라, 나라의 국민들을 키우에서 크리스천들을 많이 만나볼 수 있다. Вы когда-нибудь встретились с христианами? 당연히 많이 만나고. 아, 그렇군요. 이제 앞으로 계획은 어떻게 되세요? 어디서 살 계획이세요? Мы остановились в Аштоде. Аштоде 계속 남아있어요. 아, 그렇군요. 저희는 아스토드에 이 교회를 자주 올 건데 기회가 되면 꼭 또 다시 뵙으면 좋겠습니다. Мы теперь вернем в Корею, но будем часто бывать в Израиле и в Аштоде, тогда я хочу встретиться с тобой. С удовольствием. Большое вам спасибо за помощь. Нас здесь принимают с открытым сердцем и реально нет слов. 목사님께서 주신 그 사랑과 한국 교회에서 주신 그 사랑 너무 느껴져서 너무 감사하고 정말 말이 안 나올 정도로 너무 감사한 것 같습니다. Thanks a lot. God bless you. God bless you.